Всем привет, с вами Елена Смирнова, и это видео по проекту VioLex. Это у нас система доверительного управления. Значит, пополняем баланс, покупаем контракт, получаем доход. Значит, и бонус нам дают за регистрацию. Я здесь уже давно зарегистрирована, войду в аккаунт. Регистрация очень простая, но не помню, вроде да, надо пройти на почту и пройти по ссылочке. Значит, у меня сейчас на балансе 57 рублей. Я хочу их поставить на вывод. И что еще хочу сказать, у нас изменения в проекте. При регистрации давали нам 50 рублей бонуса, наверное, сейчас дают. Но новости нажимаем. И здесь, смотрите, у нас еще, оказывается, появился серфинг. Это большой плюс. Можно зарабатывать, просматривая серфинг. Значит, теперь уже проект не без вложений. Что нам пишут? Дорогие игроки, к сожалению, нам пришлось сделать ограничение на вывод средств. Теперь нужно вложить минимум 10 рублей, чтобы выводить баланс. Это потому, что, как они пишут, начали делать мультиаккаунты, менять свой IP-адрес и таким образом, скажем так, ну, наживаться, да, на проекте. Поэтому сделали минимальный вклад 10 рублей. Но это небольшая сумма. Вот. И что еще? Система выплат временно изменена на ручные. Автоматическая система выплат в скором времени будет возвращена. Это было у нас 28.02. Я тоже редко захожу в эти новости, но тем не менее захожу. Так, захожу в ящик. У меня что в ящике? У меня 787 монет моих вот этих собрано. И еще у меня к сбору 78 монет. Собираю эти монеты. Так, и теперь у меня 865. Я нажимаю «Обменять». Вы обменяли на сумму 7.39. Возвращаюсь в мой профиль. Так, здесь у нас вкладочка «Пополнить». Я покупала контракты. Значит, контракты, смотрите, при регистрации давали 50 рублей. Вот первый уровень. Вот у меня куплено, ну, два штука. Ну и плюс один бонусный 50 рублей. Итого у меня три штучки куплено. Так, далее. И еще я ящик себе сделала на 2000. Потому что нам первый ящик дается на 250 монет. Я купила себе, сделала за 25 рублей, чтобы у меня помещалось 2000 монет. Вот так, и что? Серфинг. Вот здесь у нас, смотрите, серфинг. И можно просмотреть. Серфинг я посмотрела. Посмотрите, и за 5 копеек, и за 7 копеек. Это очень хорошо. Я хочу сказать, даже за 4 копейки, то это, я считаю, очень много. Потому что смотрим по 2, по 1,5 копейки в основном в других. А здесь, я хочу сказать, это, ну, замечательно, неплохо. Можно размещать еще свою рекламку тоже. Здесь заголовок, краткое описание, ссылочка. Ну и вот одна рекламка на 20 секунд стоит 5 копеек. Я думаю, тоже неплохо, кто рекламирует. Так, далее что? Так, ну что вроде. Надо теперь мне что, зайти в мой профиль? Я хочу вывести вот этих 65 рублей. Так, страница. Так, вот так. Вроде я уже не помню. Так, нет, это не то. Так. Надо мне этот платежную штуку мне. Или она уже не надо? История входа. Ладно, посмотрим. Сейчас вывести нажмем. Вот я уже выводила здесь, что последние выплаты.
Рубль, рубль 30, 70, 6, 70. Вот. А, наверное, и не надо. Так, ну ладно, у меня что, 65 рублей. Вводим ПР кошелька. Сумму. Вставляю капчу. Запросить выплату. Так, запрос на выплату может обрабатываться от 1 минуты до 24 часов. Нажимаю «Запросить выплату». Ваш запрос отправлен в очередь на выполнение. Проверяется. 10 мини-чат. Так, что у них тут по выводу что-то не пишут. Вот, видите, я тоже иногда сразу после заказа получаю выплату. А иногда проходит несколько часов. Ну что, я поставлю немного на паузу, а потом продолжу. Если долго выплаты не будет, тогда смотрите скриншот у меня на странице ВКонтакте. Я выложу, когда придет выплата. Моя 65 рублей. Значит, не буду я ждать, пока придет выплата. Я выложу сейчас видео на канал. Кого заинтересует, у меня на канале вот здесь вкладочка ВКонтакте, нажмете на нее, вы попадете ко мне на страницу. Когда будет выплата, я выложу скриншот под видео в комментариях. Вот. Потому что, как там написано, до 24 часов, это не имеет смысла ждать. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Подписываемся на канал. Пока-пока.